Жители Кенишемского района снова в Иванове, снова у стен правительства и снова с пикетом. Говорят, уже 4 года буквально умоляют власти не строить полигон ТБО в деревне Тарасиха в 3 километрах от Волги. Собравшиеся уверены, местные власти не желают к ним прислушиваться. Стоит отметить, пикет не первый, но этот особенно многочисленный. Забор из плакатов, стыдящих власть, могли увидеть все участники заседания правительства, которые приехали в это время на Пушкина 9. Вопрос, вы поймите, это вопрос не местечкового характера, это вопрос общегосударственного характера, российского характера. Гибнет Волга-река, она кричит СОС. Не будет Волги, не будет этих поселков и вообще и городов, и прочих курортных зон. Поэтому я не понимаю, почему мы здесь стоим 4 года, и мы просим у нашего, так сказать, административного ресурса помощи. Какой помощи? Они должны по умолчанию эти вещи защищать.